наконец-то я записываю свой первый влог. Я к этому долго шел, вот, и думаю, наконец-то он у меня получится. Я думаю, первый влог у меня начнется с обзора города, вот, поэтому он получится такой более-менее туристический и познавательный, я думаю. Вот. Ну, начнем с вида. В общем, я сейчас нахожусь в каком-то замке. Вот, это типа главный замок этого города. И он достаточно большой. Вот, самое интересное, что он расположен чисто на горе. Вообще, я думал, что я начну снимать свой канал, когда приеду, вот. Но получилось так, что я... Было очень всяких много проблем, и поэтому не получилось. И поэтому этот влог записывается только в середине сентября. Ой, в конце сентября. Итак, мы сейчас будем гулять по городу, я буду показывать различные достопримечательности. Ну, их тут есть сейчас не очень много, но здесь этот город славится своими скульптурами, вот. Сейчас тут много людей. Вот это, короче, мои ребята. Вот. Что могу сказать по поводу города? Город достаточно скучный, потому что здесь очень мало клубов и очень мало торговых центров. И получается, что на выходных пойти фактически некуда. Вот. По-моему, кто-то смеется с меня, как я веду свой влог. Надеюсь, что нормально получится. И очень много странных монументов, таких как, допустим, вот. Вообще, правда, очень необычно. Вообще, город достаточно красивый. Можете понаблюдать пейзажи. Вот. И что здесь хорошо, здесь являемся в замок Шпилберг, по-моему, так называется, точно не знаю. Вот это его стена. Вот это с меня ржут. Вот это с меня ржут, да, именно. Посмотрим, замок открывается, очень красивый вид на город. Ходим кругами, никак не можем найти вход в эту херню. Все, мы нашли вход. Знаете, мне кажется, это не похоже на центральный вход. Это какой-то черный вход. Мы правильно вообще идем? Да. Ну хорошо. В общем, вот мы заходим в крепость. Такой достаточно интересный вход. Нет, не интересный. Самая высшая точка города. Вот мы, в общем, зашли на стену. Ну, и видим только траву. Внутренний двор. Да, внутренний двор. Вот внутренний что? Все, хватит. Так поэтому я взял тебя, чтобы не подсказывала суфлер. Тут с какой стороны зайдешь, все равно красивый вид на город. Насколько это можно назвать красивым? Я сказала, что было так красивый вид на что же? Теряли Патрика, нужно срочно найти нашего друга. Каца, там типа вроде интересно. Не, скинуть не надо. Все влог, нам нужно заходить уже срочно. Давай. Ну что, давай, Патрик, let's go inside. Come on. Did you invite him? Yeah, let's go inside with me. Please, just save my vlog. Так, ну, если честно, этот замок не похож на какую-то прям такую брутальную крепость. Мой смех даже не нужен для того, чтобы... Это как закадровый смех. Это самый... Хуже уже нет. Это самый первый влог. Даже не знаю, как его вести, вы знаете... Я вот пересматривал других видеоблогеров, и я вроде понял, как вести влог, но что-то я, видимо, не понял. Что-то ты упустил, знаешь? Что-то я упустил. Главный момент. Что? Целесообразно? Число немножко раньше началось. Мы наконец-то дошли до главной достопримечательности города. Это собор. Вот, он довольно большой. И мне кажется, внутри там еще красивее, чем снаружи. Ну, как бывает у всех соборов.
Так, вот мы направляемся внутрь. Здесь вход все-таки бесплатный. Очень-очень красиво снаружи. Ты же в середину идешь. Да, мы идем в середину. Здесь тут можно снимать. Смотри, корабль. Проходи. Как тут красиво. В общем, ребята, вышли мы из храма. Ой, из собора. Очень красиво. И советую посетить. Ребята, вы не поверите, здесь, короче, посреди города, ну как посреди, в крепости есть пианино. Бляха, пианино, вы представляете? Тут просто можно свободно прийти и поиграть, вообще без ничего. Можете себе в это поверить. Не надо освободиться, я постараюсь поиграть. Первый раз. В общем, сейчас мы поиграем на пианино. Это было шедеврально.